За годы Великой Отечественной войны погибло на фронтах 27 миллионов наших соотечественников. 10 миллионов из них – солдаты. Остальные – дети, женщины и старики. Замучено в концлагерях 18 миллионов человек. Каждый месяц в тылу от голода и холода умирало около 52 тысяч человек. Разрушено 1710 городов, 14 тысяч убито ежедневно. 600 человек в один час, 10 человек каждую минуту. Каждые 6 секунд уносили на фронте одну человеческую жизнь. В каждой советской семье не вернулся кто-то из родных. Школьный выпуск 1941 года практически весь погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Остановись, могилам поклонись, над нашим прахом горьким помолчи. И нам когда-то улыбалась жизнь, и нам сияли золотом лучи. Жить и любить, все было нам дано, и все, казалось, было хорошо у нас. И хоть мы пеплом стали, все равно, но до сих пор наш голос не угас. Мы в поле выходили по утрам, где колос словно колокол звенит. Когда б собрать всю боль смертельных ран, в каменья бы рассыпался гранит. Быть может, это место для меня.
Школьные каникулы уже не за горами, и чем детишек вам занять, решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь, побегали, чтоб и поиграли. Решение есть, пейнтбольный клуб «Наш Снайпер». Вы их поиграть к нам приводите, все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет нательный, форма, маски, ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.